Идем направо сначала. Так, здесь кто-то есть, блядь. Это хуйня. Туда, значит, мы не пойдем. А, что? Не пройти здесь? Ёптыть, ну ладно. Я пойду, значит, этим путем. Всё заблочено. Тоже сюда. Слишком один. Бля, меня хотят кинуть сейчас. Самое, блядь, лучшее. Ага, ага, хорошо. Значит, сюда пойдем. Такое. Асинья. Сразу. Сразу, блядь, синья. Урок. О, мы обход. Ну, может быть, блядь, еще лучше быть. Несколько старых версий вырвались из камер и убежали в канализацию. Они напоминают мне о моих терминах. Здесь не Хелл, я не Илья. Не знаю, что это. Во всяком случае, пока. Можно ничего, исходящее из дверного прохода. У двери невозможно охлаждать их так же, как и в центре помещения. Более поздние версии надежно заморожены в башнях. Там, наверху, где воздух горячий и зловонен, они перегреваются, и двойственность их натуры разбирает и дрожит. Они живут по сути, жестоко и непредсказуемо перебрасываемые из одного мира в другой и обратно. В один миг они обретают плоть в этой мире, другой теряет ее. Это сводит их с ума. Я приказал спечатать все подобные зоны и запретил моим верным рабочим заходить в них. Те места, отныне прокляты, пристанем к передавшимся опытом. Короче, еще, блядь, не куча призраков мне не хватало здесь. Как это круто. Давай. Так. Отлично. О, я так и знал, что звонят. Кто мы-то, блядь? Я один здесь. Дурашный. Сейчас, отсюда можно, в принципе, съебывать. Не буду заходить сюда. Даже не мечтай. О, привет, свиноман, свиноматка ёбаная. Ты свиноматка, да? Я это выбрал. Мой самый любимый. Так. Что, блядь? Тихо, суки. К этому не пройти никак. Так, главное не запутаться. Спасибо. Так. Мочи-мочи, хачими рукам. Не могу. О, что? Какая, блядь, цивилизация? Хуна, я рука! Раунд 3! Ready? Go!
Я. Свидание нахуй. И тогда я сказал: смотрите, мои милые, и увидите. И они отвечали: да, любимый отец, да, мы видим. Высокий, обветренный пик крутобокой пирамиды, наподобие египетских. Сверху осыпаются камни, пышная лоза увивает липных змеев у лестниц. Осязаемая тишина, время забвения. Здесь, на этом месте, восседал царь, а здесь живет жрец. Вот этот дом и пристанет мне. Вот сюда, куда падают и сыпаются, они бросали в свои темные сердца. Нет, мои милые, они не были дикарями. Они верили, что небо может пасть им на голову, что лишь кровавая жертва может это предотвратить. Может быть, мои милые, может быть, они ошибались. Возможно, их трагедия была в том, что им просто не хватало крови, чтобы держать небо. Так, ну попробуй еще. Ну вот и все. Теперь я снова могу войти в дезактивационную камеру и пройти дальше. Уровень воды спал, освободив путь до самой пробоины, и я смогу отвести эти грязные воды обратно в темпу, в зимнее место. Путь по центру машины. Кто-то плавает. Да, вот здесь, кстати, запрещено. Верно? А, вот. Так. Ага. Новый уровень. Это планина. Так. Я не помню, как тут надо. Так. Блять, серьезно? Нахуя вот столько говна вот сделали? Я не понимаю. Термон такой. Должен миллиард рычагов нажать, чтобы перебить было. Окей, новая локация. Едем далее. Ой, блядь, опять что ли? Опять какие-то пидорасы. Ну, приятного аппетита, тебе. Боже, господи, тут целое гнездо этих мерзких тварей. А мои инстинкты затащили меня так далеко. Я уверен, что где-то в этом комплексе найдется способ спуститься еще ниже. Я не буду видеть их лица, когда они идут заниматься своими делами. Все же я наблюдаю за ними, когда они спят, сидят и играют. Они так напоминают людей. Они похожи на маленьких детей. Я не буду думать об увиденном, о тех стульях света и о том, как можно было слепить таких монстров. О, мэн, щит. Типичный хрюнгеля.